То есть мы в сложной ситуации развернемся на 350 коек. Перепрофилирование хирургии Одинцовской областной больницы в инфекционное отделение фактически завершено. Все этажи полностью отремонтированы, генеральная уборка проведена. Андрей Иванов лично проверил готовность корпуса к приему пациентов. Основная задача, хотел бы подчеркнуть, которую перед нами ставит губернатор, это создать необходимый запас коек, так называемых инфекционных, для того, чтобы в случае тяжелого развития пандемии коронавируса наши медицинские учреждения, система здравоохранения не вошла в коллапс в связи с тем, что не будет возможности принимать больных. Свыше 200 человек трудились на объекте круглосуточно, чтобы успеть завершить переоборудование в рекордно сжатые сроки. В очереди на перепрофилирование терапевтический корпус и Никольская больница. Что касается врачей, то беспрецедентные будут меры по безопасности. Помимо чисто грязных зон и жесткого регламента, соответственно, перемещения по медицинскому учреждению, врачи обеспечены всем необходимым, масками, респираторами и другими средствами защиты. Но к этому всему еще добавляется постоянное тестирование, сдача анализов, так чтобы, если где-то произойдет заражение у кого-то из медицинских сотрудников, мы на ранней стадии выявили это и отправили на лечение. Андрей Иванов сообщил, что началось расселение медиков в отеле «Парк Инн». Это необходимо, чтобы обезопасить их семьи. Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».